Дорогие друзья, с 28 октября по 4 ноября в кинотеатре «Болгария» пройдет ретроспектива лучших фильмов Андрея Кончаловского «Первый учитель». История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, «Возлюбленные Марии», «Поезд-беглец», «Стыдливые люди», «Дуэт для солиста», «Ближний круг», «Дом дураков». Все билеты по 50 рублей. С 28 октября по 4 ноября лучшие фильмы Андрея Кончаловского на большом экране кинотеатра «Болгария». Билеты уже в продаже.